Всероссийский форум «Здравница» проходит в Хабаровске. Мероприятие впервые организовали на Дальнем Востоке. Форум объединил представителей лечебной и санаторно-курортной отрасли. Специалисты делились опытом, технологиями в области восстановительной медицины. На открытии форума побывала наш корреспондент Арина Солдатенкова. Форум «Здравница», посвященный санаторно-курортному лечению, развернулся в «Платинум-арене». Программа форума рассчитана на 3 дня. О новых разработках в отрасли приехали рассказать представители разных регионов России и зарубежья. Например, это отечественная разработка кардиокресла всего за минуту может провести ЭКГ и сразу прислать результаты на телефон пациента. И все результаты по предрасположенности к каким-то заболеваниям, ну, соответственно, лента ЭКГ тоже сразу приходит. И то есть эти результаты можно предоставить лечащему врачу. Представители самых известных курортов России тоже на форуме. Санаторий Башкортостана и Алтайской Белокурихи. Они готовы делиться опытом со своими коллегами из других регионов. Ну, Башкортостан славен, конечно, славен. Только новые санатории. Выставку достижений отечественных санаториев посетил губернатор Михаил Дегтярев. Он отметил, что ежегодно более 4000 жителей края получают санаторно-курортное лечение. И подчеркнул, что регион открыт для развития этой отрасли. Мы готовы поддержать инвесторов, желающих участвовать в развитии санаторно-курортного кластера региона. Для этого есть все условия. Преференциальные налоговые режимы, земля, транспорт. Мы готовы к тому, чтобы строить новые санатории. На территории региона жители края поправляют здоровье в санаториях Комсомольска-на-Амуре, Ульского и Ванинского районов. Как отметили в региональном правительстве, климат, природа и другие условия для оздоровления в крае есть. Просто ими не пользуются в полной мере. Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, власти проводят рабочие встречи с руководителями и владельцами известных курортов. Понятно, что у нас сложности есть определенные инфраструктурные. Но если не начать диалога, вообще ничего не будет происходить. Поэтому есть и план, есть и проработанные алгоритмы. На Дальнем Востоке форум «Здравница» проводится впервые. Мероприятие вызвало живой интерес, объединив более 3500 участников. Иностранные делегации были представлены специалистами из Республики Беларусь, Казахстана, Киргизии, а также Китая. Арина Солдатенкова, Вячеслав Банчужный, телеканал «Губерния».